Всем привет! Сегодня готовлю винегрет. Покажу простой базовый классический рецепт салата. По нему винегрет получается очень-при-очень вкусный. Нам понадобится картошка, морковка, свекла. Овощи я заранее отварила в мундире и почистила. Картофель варится где-то 20-25 минут, морковь 25-30. Свеклу варим отдельно, чтобы не окрасила другие овощи. Примерно 40-50 минут. Также понадобится зеленый горошек, маринованные или соленые огурцы и репчатый лук. При желании можно еще добавить квашеную капусту. Затем картофель, морковь, свеклу и маринованный огурец нарежьте одинаковыми кубиками. Порезанную свеклу выложите в отдельную миску. Репчатый лук тоже нарезаем, но более мелко. Как только все ингредиенты нарезаны, в свеклу добавьте растительное масло и перемешайте. Масло не даст свекле окрасить другие овощи в салате. Осталось сделать заправку. Смешиваем 5 столовых ложек растительного масла, можно с запахом нерафинированное, с 2 щепотками соли, черный молотый перец, половинку чайной ложки сахара, чайную ложку дижонской горчицы и столовую ложку 9% уксуса или лимонного сока. Все перемешиваем. Выкладываем все наши нарезанные ингредиенты в глубокую миску, сверху поливаем нашей заправкой и еще раз хорошенько перемешиваем. Благодаря такой салатной заправке винегрет получается невероятно вкусным. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита!